Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение недельки Forza Horizon 4, а именно Колеса Фортуны, и со мной сегодня... Где ты, блядь, стоишь-то? Ты не в кадре был, что-то уебался? Ты в ухо мне крикнул, здорово, давайте так же сейчас сделаю, давай. Я сейчас сделаю. Не надо, блядь, ну ты заебал опять своими скримерами, уже не смешно, реально, блядь. Короче, ну чё, у нас с тобой счёт 2-1 в твою пользу по общей неделе. 3-1 сейчас будет. Уверен? Короче, Дрифт Драк Гонка. А, кстати, да. Можно? Что? Можно? Чёка, во, бро. Да, меня зовут Фрэш, и сегодня у нас городская маскировка, Форс Харайзен. Короче, такой Обсендроберс, понял? Да, хуёберс, блядь. Короче, у нас сегодня Дрифт, Драк и Гонка, понял, да? Так, у меня центр сообщения один, так, походу под... А, нет, нифига. И ещё, мы сегодня тестируем нововведение. Ну не... Крути пока. А, да? Знаешь, какое? Мы называем буковку из марки. Нет, да это не на Unreal. Попробуем. Ой, из... Это не Unreal. Из... Почему? Не из марки, точнее, а наоборот, из названия. Я понял, ты рассказывал в прошлой серии, которую мы сегодня же записали. Ну давай, я не... А что ты думаешь? Это, ну, блин, ну давай попробуем, просто там про... Что-то выпало? Да. Мне ничего, мне бабки себе. Ух ты ж, ёб твою налево. Ой, мне надо сегодня компетчить, и походу у меня это получится. Нет, сегодня я компетчу. Так что, или не будем, или нахуй не надо. Чего? Ну не будем? Не, я сейчас понимаю, что это полный пиздец. Например, какая-нибудь М-ка вот выпадает. Я тоже сейчас понимаю, что это полный пипец. Да? Да. Ну, наверное, да, ребят, там же могут быть и цифры только, например, и еще что-нибудь. Поэтому да, на кстати. Самом деле, не, я думаю, что это не зайдет, во-первых, и это все-таки... Мы лучше попробуем с тобой. Давай сегодня попробуем давать подсказки. Во, мы что сделаем? Мы сегодня интуицию немножко по-новому. Мы сегодня будем давать подсказки по внешнему виду автомобиля. То есть, типа, там, ну, типа, какие там фары, там, что напоминаю, ну, не, ассоциации, драк, ассоциации, чисто по ассоциациям, да, ёбаный в рот, что мне сегодня падает, ты драк, понимаешь, что я? Да. Ну, ты, кстати, я, кстати, выиграл. Нет. Да. Нет, поверь мне, нет. Поверь мне, что, нет. Типа... А кто у нас сегодня будет? Дрифт, драк и гонка. Бля, мне нужно для гонки что-то выцепить и все. Я тебя пока. Сегодня... Чё? Пиздата просто что-то? Пока. Да. Выпало? Да. Бля, вот это хуйня, если выпало, бля. Мне выпало как раз под все, что ты сказал. Это сразу сейчас такая сказала. У меня первая дрифт, вторая драк, а вот это сейчас. Не, у меня там для гонки бестия полная вообще. Бля, у меня 50 вилспинов осталось. Че, пацаны, Голиаф 50 кругов? На. Ну а че делать? Хули нам. Ну что, я пошел. Че у нас первое будет? Давай, решай. Слушай, решай. А давай с гонки начнем. Правда, мне считает. Просто мы давненько так не делали. Это самое. Мне знаешь, что мне не выпала тачка для гонки. Вот а давай сейчас, вот смотри, я кручу, скажи, что, кодовое слово. Не выпадает. Масяськи-масяськи. Это типа пиздатое что-то? Нет, это говно. Одежда, редкая ковбойская штука. Блять, филспины кончаются, а как я не понимаю? Что, неделя Forza Horizon 3? Нет, мне хватит. Блять, да вот это было, мне ешка чуть не выпало, что-то третье. Мне нужно что-то полноприводное, заряженное, пиздец, мне не выпадает. Не... Мне пиздец. Ну вот нахуя ты, вот, ну, нормально же общались. Так, найти новые тюнинги. Бля, кстати, а, ну да, не, все, потом это. Ну, да, гоночка у нас, да? Почему не прыжок сегодня? Так, да, у нас, начнем с гонки. Чё такое? Пока. Что? Ну, ты минус. Я минус? В гонке? Охереть, сейчас, она ребят, дикая, просто я в ахере. Так, мне выпало, блядь. Это... Мне... Полная жопа. У меня полная жопа. У тебя X-класс? У тебя X-класс? У меня да. Че, подсказка вообще не запланированным. Ты что? Что? Ты не запланирован. А че за... Я, кстати, был, да, не запланирован вообще. А, серьезно? Да. Пацаны, я не знаю, что мне делать. Но это по-любому драк. Почему ты... Вот ты заебал, ты там подкручиваешь. Как? Объясни, как выигрывать в колесе фортуны? Объясни. А я откуда знаю? Вот тактика, какой ты тактику придерживаешься? Я? У меня просто когда сыпется говно, мне на следующее сразу сыпется нормальное. Короче, ладно, ребят, вариантов нет. Вариантов реально нет. А, ну чё? Начинаем подсказки давать? Давай, ты говори про свои. Или давай я начну, давай я начну. Ну, я думал, я начну. Давай я начну, чтобы ты примерно понял, блядь, это, ребят, пиздец какой-то. Короче, машина подходит... А, так что, внешки только даем подсказки или как? Старый или... добрый давай.
Старый добрый, думаешь? Ну я тоже думаю, блин, зачем портить XP? Хотя с другой стороны. Ребят, если вы хотите, мы попробуем. Вот именно по внешнему. Да все нововведения, которые ты вводил, никому не зашли. Поэтому давай старое доброе. Нет, давайте, ребят, так. Если хотите, чтобы мы попробуем, мы в следующей серии попробуем. Вот по внешке. Чисто внешние какие-то и ассоциации и прочее. Так, ладно, по старинке, да? Да. Конкретно этой машины не видел, блядь, из нас никто, наверное, никогда в жизни. Машина подходит для гонок, для каких именно не скажу, но это не драг и не дрифт. Тачка новая, прям, блять, ну, десятых годов. Салоны у нас есть. На улицах ты эту машину не видел. Это необычная версия максимально этого автомобиля. То есть, блять, она бывает обычная, но это прям пиздец. Сказать, что это, блять, как... ну, то есть, это, знаешь, не М-ка просто, там, есть BMW, допустим, там, 530, есть М5. Это не то, это именно, блять, глобально вообще модификация автомобиля. Но он называется нормально, не переживай. То есть, это не какой-то тюнинг-ателье. Вот. Ну, блядь, ну типа это пиздец какой-то. Такого еще не было, я тебе скажу так. Есть буква Н. Николай. Николай! Блядь, почему? Это пиздец. Это пиздец, ребят. Я не знаю. Так, буква Н. Honda, Hyundai. Потом... И все, да? Mercedes-Benz. Кстати, Mercedes. Вообще. Салонов много. Ну, немного, не, немного, но есть. В Питере есть, в Москве есть. Ну так, типа. То есть, не, если давай вы. В Питере если... много? Блин, ну, по-моему, два я точно знаю. Один 100% знаю. Может, так, мне если... кажется, парочку. Нет, Мерседесов у нас много. Ну, я по минимуму я знаю. Я тебе скажу так, ты машины 4, минимум, этой марки, 5. В принципе, в городе видишь. То есть, это, ну, марка именно не какая-то там, блядь, хитро выебанная. Угу. Так, блядь, что тут вообще получается? Вот это, что ли? Я вообще Макларен, не знаю, салонов нет. Honda, Hyundai. Honda, ну... О, вот это хорошо. А, кстати, а Honda у нас... А, ну есть. Один только я знаю, где ты есть. Ты еще кое-что забыл там? Ладно. Hyundai. Не буду тебе говорить. Mercedes-Benz. Потом... Ну ты как вообще сегодня настроен на победу, ты мне сразу скажи просто. Ну, я свои машины затащу. Ну, в гонке да. Дальше да. Не знаю. Мне надо тащить 100% в дрифте и в драге. В гонке, не, ну, в дрифте такое себе, и в драге у тебя такое себе. Ну, я не знаю, ребят, что, какую раскраску здесь брать. Это полный вообще жопа, блядь. Как, вообще, какого хрена вообще мне выпало? Блин, дай еще какую-нибудь подсказку. Еще какую-нибудь подсказку. Ну... Блять. Эта машина подошла бы под прыжок. Да блин, это ни о чем не говорит. Ну, в смысле, ну прям, блять, ну, подошла нет, бы под прыжок. Нет. Я не знаю. А, ну джип какой-нибудь, подошла а бы какой-нибудь. Как под какой-нибудь, может быть, под ралли гонки, типа такого. А, ну Nissan может быть, джип. Все, да, больше эти Nissan не на N. Я думаю, достаточно. Так, я выезжаю с фестиваля. Пока что тут, блять, это полная сложная жопа. Ой, блядь, это будет весело, пацаны. Короче, у меня Honda, Hyundai и Nissan. Ну, пускай будет Nissan. Nissan. Не знаю. Ну, да, пускай будет, да. Окей. Так, ну давай, рассказывай про свои. Ну, салоны есть. Ну, я знаю один в Питере. Но я уверен, что их несколько. Так. Машина, я думаю, тебе интересна. А ты бы я... Ну, я даже уверен, что ты хотел бы на ней на заряженной прокатиться. Типа несколько версий? Ну да. А год какой у нее? А, сейчас скажу. А, ну какая разница? Ну, новая машина, новая. Ну, допустим. Ну, где-то с 2010-го вот по наше время. Вот, момент, новая. Салоны потом... там продают? Есть, да, она, эта машина есть, продается. Ездит, ну, по городу? Блин, ну слушай, я думаю, более такая дешманская версия ее катается. Но есть и заряженные тоже катающиеся по городу. А, но эту машину, типа, ты видишь. Ну, иногда по городу проезжает она. А, есть буква N, салоны есть. А, для гонки подходит, но на ней можно и так чисто, знаешь, выехать, почилить, покайфовать, поотдыхать. Ну и... Для драга на ней, ну, блин, ну, поланчевать можно на ней. Слушай, типа, ну, N, да? Машина комфортненькая, есть буква N.
Наверное, мерс какой-нибудь новый. Тут какой, блядь? Типа Ешка. Опять та же, которая ничего не выпала. Ну пусть будет мерс, реально, мне что-то в голову пришло, типа. Как давай, раз. Создавай. Так, а чё выбирать-то, какую? Ну да, какую хочешь. Вообще похер? Да. Бля, ну надо опять это, где и прямяки, и этот. И так, вот здесь мы не смотрели ничего. Не, можно в городе. В городе? Ну такое, блядь. В городе не хочу. Ты мне в прошлый раз тоже сказал в городе, блядь. Так, я хочу, чтобы было, ну реально, прям вот как-нибудь по... Ну, сбалансировано, типа. Так, 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 давай так. Ралли. Ты не против ралли даже? Да. Тебе что, Land Rover выпал? Ну, хотя нет. Не, ну я могу и ралли, мне это похуй. Нет, ты сказал, что у тебя машина для ралли как раз таки подходит. Ну, что-то типа такого ты говорил. Ну да. Я у Nissan подумал джип вот этот, как он там называется? Титан? Пикап который? Да. Так, ну чё? Я не знаю, какую. Можно кольцо запустить. Чего? Кольцо. Ну, три круга, типа. У нас такого не было. А, не. Давай, ну, маленькое кольцо. Нет, тут просто хорошее, тут и прямики маленькое есть. Маленькое кольцо. Не, хотя у тебя большое кольцо. Так чё? Ты знаешь. Чё? Давай попробуем. Да блин, ну такое. Почему? По шоссе, смотри, тут получается такая загогулина. Посмотри сам, вот. Снизу. Вот где хайвей справа, и так, чуть выше, где знаю. Вот эта зона, блядь, дурацкая, там еще куча всего. И там вот синенькая гонка кольцевая. Кольцевая гонка на ретро-авто она называется. Видишь? Нашел? Нет. Ну снизу справа, как бы, вот шоссе, это видишь шоссе? Угу. Вот левее от него смотри, и выше получается. Там, где вот эта хуйня, типа вот грязь. Кольцевая гонка у Морхетского, что-то там. Блин, а нету по шоссе вот по этому прямому, чё? Да какой, ага? Не хочу чё? Я. Давай, чтобы было баланс. Давай, смотри, вот это, найди её, блядь. Кольцевая гонка на берегу, ба, чё-то там? Нет, не на берегу, смотри. Сука. Ну, видишь, хайвей, снизу справа, вот лесни. Ну, снизу справа, самый нижний правый угол, я смотрю сейчас. Вот, смотри, хайвей, видишь, это двухполоска где? Ну, всё, вижу, вижу. Левее и выше смотри, там, где еще, блядь, куча этих, блядь, дорожка вот такая, там, площадка для станции. Кольцевая гонка на ретро-автомобиле? Да, 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 да. Блин, нормально. А ты уверен, что это дорога? Да, 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 конечно. Ну, год, что запускай. Так, два ребят, круга. Два круга, ну давай два. Хотя нет, по километражу посмотри, сколько там эта гонка идет. А я не знаю, как посмотреть. Ой, дурак. Так, выбрать заезд, поединок. Ну, короче, ставь 2-3 круга где-то. Создать схему, anything goes. Ребят, честно говоря, сейчас очень рискованная хуйня. Я не знаю, я смогу сегодня вытащить, только, блядь, если мне повезет. Так, Нет, ты проиграл, все, ГГ. Ты думаешь? Три круга, короче, стоит по дефолту. Лето. Ну хотя, блин, хз, что там за покрытие еще, а? Да, асфальт там. Середина дня. Ясно. Я уверен, у тебя какой-то джип. Не сран, не сран, не сран. Да. Команду выключу, так, столкновение выключу. Все, нормально, три круга. Я думаю, они быстренькие. Фух, ребят, первый раз кольцо. Бля, ну это пиздец. Я тебе говорю, это хуже, чем Nissan Titan. Ты не угадал сразу, могу сказать. Ну, у меня, ладно, тебе скажу сразу, что ты не угадал, у меня машина. Так, подожди, ну-ка, буква N. А чё в итоге ты скажешь, если это не Nissan? Подожди, ты тоже мне букву N назвал, что ли? Угу. Не знаю. Honda? Нет. Ну, можно, пускай будет Honda. В смысле? Я же не поменял, я имею в виду просто это. Ну. Ладно, похуй, сейчас увидим. Пацаны, а куда у меня капот улетел, блядь? Что это? Блять, что за дичь вообще? Нахуя? Зачем ты это взял для гонки? Что у тебя там? У меня первая буква Б. Я уже увидел. А, Бентли? У тебя трофи? Это что за машина? А, Хонды! Ты был так близок, реально, блядь. Сука! У тебя еще 17-го года, нихуя себе. Ага, хуя тебе полбалла. Подожди, у тебя корова, она может быть не рулится. У меня тоже пиздец. Не, у меня настройка, у меня она полноприводная, прикинь. Ну, она полноприводная. Я думал, Бентли. А у меня знаешь, какой привод? Передний? Не, ну это было бы жестко. Задний, например. Какого-то хуя. А, я эту гонку гонял. Да, ну классно тебе. Я же Форду проходил почти все. Давай, блядь, Хондочка, давай! Бля, как же ей хуёво. Не, я просто рассчитывал на чудо, не, ну мало ли. Угу. Не, пацаны, я просто газ пол иду, блядь. Это полный пиздец. Такой еще хуйни не было, реально. Зато у тебя повороты на полном ходу будут проходить, ага. Хорошо. Да, 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 я вижу.
А сколько кругов? Нахера ты три поставил? Был один круг, я тебя наказал буду и все. Да подожди, мало ли ты ошибешься. Кстати, я не так уж и отстаю. Давай, блядь, ручная коробка, блядь, в смысле, автомат, не тупи. Чего, у тебя ручка? Да нет, а наоборот. Какой у тебя привод-то был? У меня задний, я не мог же менять. А, лол. Я же тебе говорю, если был полный... Я думал, он полный привод, это же так, трофи. Ну типа. Я тоже так думал, я поэтому что? И рассчитывал, как бы, что... Если был бы полный, я бы тебя, может быть, еще и бы... Такое? Слушай, ну я не отстаю прям жестко. А я потому что газ не нажимаю сейчас, теперь сейчас нажимаю. Я улетаю. Свой фирменный, ребят, запомни, да, Макс? Я, да я газ не нажимаю, ну правильно, блядь, на пол шишки едет, конечно. Да. Ага. Не, давай, не давай, могу. Давай, Хонда, давай, я Хонда. Я могу тебе даже, знаешь, что, поддаться, так сказать, поразодоривать. Не надо. И потом нажать на пол, в пол газ. Ну это твое это право, как бы, ну смотри, 2-1 мы идем, как бы, твоих интересов сейчас тащить, наоборот. Ну ладно, давай, пока. И что, ты типа сейчас улетишь? Ну да, попробую. Правда, здесь повороты до хера. Ну вот, надеюсь, ты ошибешься. Блять, ребят, я боюсь просто, что я проломлю эту стену, которая не ломается, и улечу на каком-нибудь повороте. Я просто иду газ в пол, слушай, ну ты не можешь прям жестко-то оторваться. Я прошел на 10 хвоем? Ух, прошел. Я уж испугался. Не, на прямике все, тебе ГГ. Да подожди, сколько ты едешь? Сейчас 200. Ровно? Да. 250. А, ну у тебя, 260. Блин. Давай, Хондочка, я тебя умоляю, блядь. Да что ж ты застреваешь-то в заборе, ёбаный в рот. Я на скорости под 150 прохожу поворотики, спокойненько, чилю, отдыхаю. Я под соточку еду. Слушай, ну привод мне, кстати, не мешает, в принципе. Вот сейчас придрочился. Блядь, у тебя машина, баржа. Ну у тебя тоже корова, да, еще. Бля, да, пацаны, ну я же так близок был, ну ёбаный насос. А ты бы хотел на Бентли на это прокатиться-то? Да, почему нет? Мне Бентли очень нравится. Там особенно если 4-литровый мотор, а не 6-литровый, который в РСК ставится, он вообще охуенный. Мне тоже Бентли нравится. Так, давай, а давай. Ты не купил? А я как-то рассматривал 4-литровую версию, короче. Так а что не взял? Не знаю. И типа, почипуется плохо или как? Не, наоборот, 4-литровый это мотор. Это же типа тот же ВАК или нет? Да, это мотор от РСК, алло. А, да? Сколько? А она дешевле, чем РСК или нет? Ну, там можно сейчас за 4 с чем-то взять. Блин, дороже. 4-литровый. А не, а 4-литровый. Блин, ребят, я вообще близок был. Пиздец, мне обидно нахуй. Да я на газ не жму. Давай, блядь! Да чё давай, смотри, я тебя отпускаю, отпускаю на газик и нажимаю, все, пока. А-а-а! Я по стеночкам пытался, но нихуя. Блин, ребят, ну достойно я выступил. Смотри, я сейчас на газ не жму и финиширую без газа. Специально творишь меня. Ребят, я достойно проехал, я считаю. Я не, считаю... херово, вообще отстойно, на самом деле. Достойно, достойно, очень даже нормально. Минута 01.508, фу. Кстати, лучший круг, всего полсекунды разница так-то, если чё. Опа, депчик, изи. Депчик, блядь. А, стык. Ребят, произошла какая-то дичь. Я не знаю, я либо сейчас засейвил запись вовремя. Ты втираешь какую-то дичь. Либо, я не знаю, ребят, я надеюсь, вы поверите, что ничего не было. Короче, мой комп охуел. Да ты можешь, типа, переписку, я же тебе написал сразу в смс-ке, то, что ну, ты что, вылетел? Типа, ну, я не знаю. Ну, короче, ребят, может, я останавливаю запись. В этот момент я вылетаю, у меня вылетает интернет, вылетает TeamSpeak, вылетает наушники, прекращают работать вместе с микрофоном. Вот эта хуйня гаснет. Это сейчас звучит как пиздеж, но на самом деле так оно и есть. Да, он мне назвал свои машины Chevrolet и Porsche. Да, а ты мне назвал что там, подожди, напомни еще. А я тебе ничего не называл. А, точно, блядь. Короче, ребят, ну я надеюсь, вы поверите, как бы мы хуйней не занимаемся в наших интересах. Нам эта рубрика нравится не больше, чем... Ой, не больше, не меньше, чем вам. Не больше, чем вам. Хорошо сказал. Так, давай, все. Крутим велспины. А, у нас же накрученные, блин. Короче, мне пришлось ребутаться и пиздец. Да. Так, фестивальная площадка. Все, поехали. Значит, что он, выбирай сам. Дрифт, ну, давай. Давай, базару нет, конечно. Так, а мне ж говно, блять, одно. Пиздец. Че у меня там резиновый хуй не валяется на кровати, я смотрю просто. И что у нас еще будет потом? А, драк. Да, драк. Ну, на драк, да, вот это у меня для дрифта, все. Значит, что, мне рассказывать? Ну давай, базар. Короче, тачка редкая. Салонов никогда не было. Сейчас на ней, она, я не знаю вообще где и в каком состоянии они сохранились. То есть это прям ну, такой, типа, ну не, ну можно сказать ретро, да, типа коллекционная тачка. А, ты вряд ли когда-либо видел вживую, салонов никогда не существовало. Машины этой марки тоже редкие, все в принципе, ну не популярные. А, блять, тачка прям, ну короче, середина 20 века, грубо говоря, там 50-е, 60-е года. Блять, ну типа, сейчас вот для чего бы она подошла, это просто ездить, либо чтобы она стояла в гараже, блять, с нее пылинки сдувать, я не знаю. А, есть буква
М. Озадачил, да? Угу. Ну, я такой, блядь. Ты ж помнишь, да, я многозадачный? М, да? М, М. Ну, пускай будет GMC. GMC, нихуя, ты загнул. Ну, давай, GMC, так GMC, как я говорится. Я свою найду, я до сих пор... А, вот. Бля, а что по тюнингам? Так. Для неё даже... Как он называется? А, о, у меня их даже три, нихера себе. Ну, чё? Салоны этой модели есть? Ну, типа марки. Типа... эту машину, ну, можно бэушную купить, довольно, ну, типа, не шибко сильная и редкая, прикольная. Подожди, стоп, сейчас, извини, я просто прослушал, потому что, можно вопрос, а если у меня здесь вообще нету настроек дрифтовых, и вообще, как бы, здесь все очень плохо? Там настраиваю под задний привод, меняй, тюнинги. Типа, самому тюнинговать с нуля? Да. Ну, а как тогда, я просто хз, типа. Я тоже хз. Не, я могу взять более-менее что-то заднеприводное, что здесь есть. Наверное, так будет справедливее. Фига себе, я понял. Короче, я возьму. Другую машину будешь брать? Не-не, ну говори, что еще раз, значит? Короче, ух ты, нифига себе. А машина есть Nissan... Ой, чего? Ты сейчас спалился, что ли? Да. В смысле, реально? Да. В смысле, ты сейчас реально... Ты реально назвал, блядь, сейчас марку? Да, случайно, что? У меня что-то на языке вертело, я на фото смотрел, я ее прояснил. Блядь, ну ты, конечно, дурак. Ой, дурак, блядь. Ребят, такого у нас еще не было. Машина есть не... Можно тайм-код просто, я закреплю его потом. Ну нет. Ну не закреплю, лайкну, наверное, или закреплю, не знаю. Блять, короче, что делать в такой ситуации? Не знаю. Нет, ты мог сказать, что ты не спалился, но я бы все равно назвал Nissan. Да. Короче, я не знаю, что делать с тюнингом. Стука. Что делать, там не балл... Коленный балл получил, стука. Ты, а что, думаешь, это справедливо будет? Я не знаю. Я тоже не знаю. Пусть напишут в комментариях. Ну, слушай, думаю, а что мы это будем сейчас делать? За тебя затащат. Короче, я вот это возьму, похер. Чё? Да я хотел сказать, то, что салоны есть, это машина, машина, типа, баянистая, типа, мейнстримная. Не, подожди, или... давай как-то переиграем, значит, я не знаю. Да, как мы переиграем? Чё, запись остановишь, перезапишем? Нет, ну так никогда не делали, чё ты. Блин. Ну, крути вилспин до первой тачки и её называй как-то мне. Да забей, я уже протюнил. Ну что, балл мне просто так? Это выглядит максимально подозрительно, учитывая, что у нас была пауза, блядь. Как будто мы, знаешь, типа, а, бля, ну-ка, подожди, давай такую хуйню решим. Бля, ну это эпично, конечно, но... Нет, я не хочу, чтобы этот балл мне так достался. Ну, мне, блин, клевая тачка выпала, ёпта, мне не выпадет. Нет, я имею в виду, перекручивай просто и не бери ее, но мне балл за интуицию называют. А, той тачки, окей. Да, окей, да, сейчас. Хотя бы так, я не знаю, я не буду ее красить, короче, свою. Так. Ладно, я... Блин, ребят, знаете почему, кстати, если многие не поняли, почему я взял именно этот класс тюнинга, потому что там название драк, я думаю, там слики какие-нибудь стоят, это бред будет. Ну, типа вот этот, например, драк, что, она же не поедет боком, наверное. Поэтому лучше я взял послабее, но это тоже драк. А, мне выпало. Ну, рассказывай. А, есть салоны этой машины, сука, самое главное, сейчас ее не назвать, блин. Только ты мне еще должен ее показать, что она тебе выпала. Сначала ее. Мы с тобой тогда встретимся, ты мне ее покажешь. Я пока окей. Телепортнусь к дрифту тогда. А, смотри, сейчас, короче, салоны есть этой машины, ее, ну, у нас купить нельзя, ее под заказ можно купить. А, у нас? Или, в смысле, привезти откуда-то? Привезти из-за бугра. Ну, на бэушке, я думаю, ты найдешь, но именно не самую новую, а может быть, другие старого более поколения, потому что, ну, у нее есть несколько поколений, типа, самое последнее, предпоследнее, вроде бы предпоследнее, и даже еще дальше назад есть. А, поэтому... Ну, машина офигенная. А в городе их не встретить? Ну, я думаю, можно увидеть, я видел. Личный, а даже не одну. Старая она? Вот именно в таком кузове, в котором мне выпало. Это года где-то, ну, где-то с 2008 по 2012 год. Угу. Я думаю, вот, блин, я даже уверен, ты бы хотел ее затестить, вол, даже на обзор. А салонов нету, то есть, получается? Салоны есть, как раз таки, я тебе говорю. Много? Ну да, относительно. Салоны есть, а тачка такой нет. Нету. Даже, я даже сейчас в нее сяду. Так, окей. А, машина, ну чё у нас, для гонки. Блин, я хз, для чего она подойдет. Ну блин, если я тебя назову, для чего она подойдет, ты сразу ее спалишь, поэтому... Я не буду тебе для чего она подойдет. Какая буква? Пускай будет... так, сейчас посмотрю. R.
R. Для чего вода идет, то я спалил бы сразу. Я бы хотел на ней прокатиться, думаешь? Да. Porsche. Нахуй. Блять. Porsche какой-нибудь Кайман, блядь. Не, Кайман вряд ли. Кайман тут новый есть. Салонов, ну, в Питере много? Ну да, нормально. Блять. Ну не как Hyundai, как там. Mercedes, там... Porsche. А может, тебе Мерс выпал? Подожди, я в прошлый раз сейчас тоже назвал Мерс. Блин, ну пусть будет, на самом деле, Порш вряд ли. Мне кажется, что тут интересно. Может, Сэшка, конечно, 63-я. Пусть будет Мерс. Окей, давай я ТП-шу сразу на тебя. Да. Ты где у нас? Так, ты сказал GMC, да? Да-да-да-да. Ты около этого дрифта, да? Да, это просто максимально... Сука, как ты вообще это? Да у меня она на фотке. Я ее на нее сейчас смотрю, тюнинг тут ищу, и она мне что-то в голове Nissan. Я такой, блин, ну что ты назвал ее? Я, короче, это... Я, кстати, раньше боялся, когда мы еще Forza Horizon 3 снимали, я боялся, что этот... Разнесешь, да? Блядь, да ладно, нихуя да. Себе, ёбать. Я думаю, ты бы хотел 150 рапторов затестить. А, блядь, я вообще не подумал, ты еще сказал из-за бугра, типа, сразу Америка, да, и плюс этот, Мерседес, какой нахуй Мерседес, который не продается у нас, я забыл, блядь, тупо, ну ладно, похуй, у меня AMG. А, AMG, Мерседес? Да-да, только А буковку убрали. Короче, а Nissan мне выпал, ну сейчас увидишь. Skyline или Silvia? Или, да. Или что, блядь? Блядь, а какой у нас счёт-то? 1-0, да, пока что? Ой, я не помню. Ну, ты ну, выиграл в гонке. Я выиграл. И все, да? И больше никто не угадал. Ну да. Бля, какой-то пиздец постоянно. Колесо фортуны, бля, непредсказуемая хуйня. Реально. Бля, надеюсь, я в дрифте затащу, иначе просто беда будет. А у меня Сильвия на зимней резине, это нормально? Это не мои проблемы. А ты где? Вот, рядом появился. А, нихуя себе, тебя прям в тему, да? Чего? Выпало. Что в тему именно? Под дрифт. Ну да. Ну, фух, блин. Ребят, нет права на ошибку, надо тащить на MG против Сильвии в дрифте, вы понимаете, да? Поехали. О, нихуя, нихуя! Так, пацаны, есть шанс, ебать! Вот это лайк, ребят, просто. Давай. Охуеть, я так давно не дрифтил. Так, я запомнил, да? На другую сторону у нас всегда хуже, да? У тебя что же? У меня наоборот лучше. А, да ладно. Сейчас, да. Дай только время, у меня она очень медленная. Давай. Я запишу лучше на телефоне. Блять. Не, у меня реально всегда хуже получается. Тут скорость еще пока наберешь, она у меня А-класса. Ну все, я поехал. Не, хуже. Короче, давай, я готов. Я готов слушать, я надеюсь, что ты даже на сливе. Бля, если я сейчас на MG выиграю. Ну ты можешь. Лучше давай, пожалуйста, пожалуйста, ребята. У меня рун еще не пришел, сука. Держим кулачки, мне нужно это очко, твое очко мне нужно, да, нужно очко. Ну. 36-113. 45. Хе-хе-хе-хе. 1-1. Опять ты меня скорбь. Да иди ты в жопу. Ну он меня не любит, ребят. Я не знаю, что с этим делать. Это безответная любовь. Ну в драге все, я тебе говорю, я тебя выебу. А-а-а, не-не-не. Нет, ты не уверен в этом? Ну, рассказываю, готов слушать? Ты на фестивале, надеюсь? Да. Че, значит, я здесь? Ты готов слушать? Давай. Стоп. А, он же идет как... Ну, мы сейчас... Да. Или нет? А, ну да. Не-не-не. Все нормально. Подожди, где она? А, подожди, что мне выпало-то вообще? А, прикольно. Подожди, что мне выпало? А, все, да, вспомнил. Подожди. А, я думал, мне другая тачка выпала. Ну ладно. Так, короче. Тачка... присутствовала... Присунешь. Чё? Присунешь. Ну, я присунешь. Короче, тачка старая. Ты? А? Как ты? Ну да, похоже на одну из советских автомобилей. На один из советских. О, блин, это Альфа Ромео либо Шевроле. Ну, как знаешь, можешь сразу назвать, конечно. Значит, тачка, блин, ну, прям такая старенькая. Ну, прям середина века прошлого. Конкретно... Хотя нет, ну да, нет. Сейчас, подожди, я просто думаю, какие тебе подсказки еще дать. В принципе, для драга норм. Ну, может быть, если бы я был извращенцем, я бы на ней боком раздал. Но вообще она больше для коллекции, естественно, опять же. Там просто вид имеет, выглядит круто. Блин, что такого тебе еще про нее сказать-то, я даже не знаю. Блять. Ну, типа...
Я думаю. Короче, нормально ебашит. Если ее сделать. Прям отдает запахом, знаешь, вот ковбоями там. Пердятина, да? Да. Хотя нет, почему ковбоями? Не знаю, почему ковбоями. Вы хуй знаете, что про нее сказать? Знаешь, так, она короче, есть. Есть. Я не знаю, какие тебе подсказки дать, блядь, про нее. Тебе достаточно или еще что-то сказать? Нет, давай, говори, салоны там. Салоны, слушай, на самом деле, когда-то были, сейчас, насколько я понимаю, их нет. Вот. Есть буква R. В городе ты не увидишь. Поколений, по-моему, несколько, но я думаю, что ты никакое не видел. Вот, буква R. Ну, как у меня и складывается, поскольку типа ковбои, это Америка. R, Chevrolet, короче, пускай будет. Шевроле, да? Да. Окей. Так, а у тебя что там? А машина, короче, офигенная. Ну и все. Да, ладно, салоны есть. Слушай, машина, я думаю... Блин, у меня есть такая охеренная подсказка, но я тебе не буду говорить. Потому что ты, ну, поймешь. Короче, машина офигенная. А для драга такое себе. Для дрифта более-менее нормально подходит. Салоны есть. Подожди, для драга... Чё ещё раз, блин? Салоны есть, для драга чё? Для драга, ну типа такое себе, но можно же типа сделать. Угу. Для дрифта можно тоже. Ну типа почили, да, можно покайфовать. Потом чё тебе ещё сказать? Салоны есть, буква М. Мерседес. Угу. Мазерати. Чё тебе ещё сказать? Салоны есть, салоны есть. У меня есть одна херенная подсказка, я тебя не буду называть. Ну говори уже, чё. Нет, нет, ты сразу догадаешься. Их по городу можно встретить? Да, я видел. Не так давно. Так. Ну только не такую заряженную, как эта, а другую. Есть несколько видов. Есть заряженные, есть незаряженные. А салонов много? Да, есть, да, да, да. Так. Буква... Какая еще раз? М. М. Мерседес, Мазерати. Майбук. А, тут нет. Ебать, она едет. Так. Ты мою не знаешь, что едет. Мазда. Есть, салон Мерседес есть. Мазерати тоже вполне мог выпасть, например. Макларен. А годов каких она? Ну, где-то конец 21-го. Ой, 20 века. Конец 20 века. Бля, если я скажу третий раз Мерседес, это будет, конечно, слишком жестко, но почему бы и не попробовать на самом деле? Подожди, а конкретно эту модель, то есть, допустим, можно встретить в городе, да? Да, я... Ну, именно как у меня, нет. А вообще? Да. Ну, типа, можно встретить, но она редко. А марку? То есть, много машин? Марку, да. Ну, пусть будет Мерседес три раза подряд, блядь. Этот Мерседес мне не дает покоя, блядь. Так, ладно, создаю. Значит, ты сказал Шевроле, я сказал Мерседес. Да. Третий раз подряд. Я, блядь, просто максимально оригинальный. Ну, что-то мне прям... Неужели тебе ни одного Мерса не выпало? Ну, а ты как оцениваешь свои шансы? Я выиграл. Ты прям уверен? Да, но у меня есть подсказка офигенная, я тебе потом... Ну, скажи сейчас ее, я уже назвал Мерседес. Тебя с этой машиной много связывает. БМВ? А какая? Из детства. Чего, блядь? Из детства прям? Да, возле Ситимол, этот, короче, Ашан, который Ситимол или Афимол. Чего? Где там ролик дрифт на круговом движении. Где-то там еще кое-кого не сбил. Е30, что ли? М3. Е30. Блин, я в кузовах, честно, тебе не могу сказать. Ну, если ты назвал ее... Ну, не матрешка? Е36? Нет, не матрешка. Или Е46, новее, может быть? Но похоже на твою, на ту. У тебя же серебристая она была? Голубовато-серая. Ну, я серебристый сделал, я такой сразу... Типа, подожди, ну она 30-ка была. Ну, сейчас ты увидишь. 36-я матрешка, потом идет 46-я. Который в Most Wanted. У тебя старая. Ну та, помнишь, на которой ты дрифтил? Ну, 30-ка это, 30-ка. Ну, я вот недавно в Инстаграм постил. Ну. Ну вот, значит она. Просто я бы тебе сказал, если она что, только Хуниган дрифт, блядь, по-моему. Нет. Вот, М3 у меня. Посмотрим. Если ты, блядь, М3. Еще... Подожди ты, блядь. Ну, во-первых, поздравляю тебя с баллом. Чего? Ага. За Шевроле? 2-1, да. 91-й год, ну это... А что у тебя за Шевроле? А, ну да, 30-ка.
Хуниган Белэйр. А, нихера себе. Так почему он же тебя не идет никак не Шевроле, он же Хуниган идет. Ну, потому что это как компания, которая. Я надеюсь, ты это понимаешь, что если тебе он выпал, надо говорить не Хуниган. Я бы Хуниган тебе сказал. Ну, вот ты бы был неправ. Да, я 30-ка? Да, 30-ка. Давай, 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 да, давай! Хуниган, он дикая, да, я знаю. Потому что она я гонялся же... с чуваком на Хунигане. Именно она, кстати, на дыбы-то стоит. Помнишь, мы тогда Белэйры покупали? Да, надо да, было да. Хуниган, она имбовая, она очень дикая ездит. Пиздец. Так, подожди, у нас 2-2. Не, нихера. В смысле? Я выиграл, все. Че? Гонку заточил. Бал за гонку? Дрифт ты выиграл, 1-1. Ну. Бал мне за марку. И я выиграл. А, 2-2. Вот именно. Ха, нихуя выпуск получается. Так, ты помнишь, да, как что у нас за условия? Машину выбиваем и называем. Или что там? Называем марку по интуиции, а потом по, класс. Кто ближе к классу, да? Ну, кто у кого выше класс. А. Ну, плюс еще балл за интуицию можно вырвать. Давай. Так, ребят, я обожаю такие концовки. Блять, вот это я люблю, вот это форт. Так, стык. Стык на всякий случай. Не-не, все нормально, я не вылетел. У меня, кстати, в Forza Full Spin, но он не считается. Фух, тем более 5000. Так, ну что, ты готов крутить? Давай вместе встанем. Появлюсь, погоди. Хотя похуй, зачем вместе вставать-то? Да нахуй ты нужен? Ты еще не появился, что ли? Гружусь. А? Гружусь. Ну, грузись. Главное, на меня не грузи. Я на тебя свой болт. Нихуя у меня тут дать. Ебать, тахометр, пацаны. Я понимаю. Так. Ну что, ты появился? Появился. Появился или нет? Появился. Заебал. Бля, как мне повезло, что я все-таки все правильно распределил. Так, ну что, ты где там? Крутим, нет? Крутим, нет. До первой выпущей тачки. Поехали. Давай. Блядь, сейчас буду тратить просто так Horizon Hill спины. Бля. Ну, просто мне победу отдать. Пожалуйста, можно? О, мне усики выпали легендарные. Блядь, мне выпала тачка. Мне выпала тачка. Погоди, а подсказки мы даем там или нет? Да, да. А, я пойду пока. А как 75 коней еще. А, я поехал, отъеду и возьму ее. Блять, если сейчас за счет. У меня 59 лямов. Поздравляю. Если ты сейчас, блядь, затащишь, просто обидно будет максимально, да, понимаешь, да? Так, все, я отъехал, вот здесь я беру тачку. Да сука, бабки задолбали, у меня же 5 359 300 000. Так, мои машины. Я называть тебе пока или нет? Не, погоди, пока я себя не выбью, нет, не надо. Не, вообще не выбьешь. Блядь, ну почему, блядь? Ну ёбаный в рот, ну что за говно выпало? Ну блядское чудовище. 59,5. Ну 59,519, охеренно. Блядь. Чё? Ну мне выпало. Выпало? Да, пока. Ну чё, говорить? А, давай, называй. А, значит, машина весьма старая. А ты отъехал? Я возьму пока. Да, отъехал. 70-90-е года. А, слушай, честно говоря, не знаю, как ее даже вот назвать. Но салонов не было. В России ты их не встретишь. А, блять, когда-то, может быть, в то время. Я не, и то вряд ли. Нахуй она здесь нужна кому была. Короче, типа, я не знаю. Ну, в России она никогда не пользовалась спросом. Марки этой тоже ты никогда не встретил бы. И салонов не было. Значит, тачка, ну вот прям в стиле вот этих вот 70-х годов выглядит, примерно. А, ничего такого выдающегося в ней нет. Подходит, ну, может быть, под ралли, может быть, под какие-нибудь... Можно и в дрифте, кстати, пораздавать. Вот. В драге, конкретно в Форзе, я тоже думаю, она бы хорошо себя показала. Есть буква О. Салонов нет. Honda есть, Honda есть. Opel, Macan, не. Хуниган, но это типа тюнинг. Да-да, именно марка. Блин, а на какую-нибудь машину похожа хотя бы? Типа? Да, но я тебе не могу сказать. Ну, по крайней мере, для меня да. Я не знаю, может, я даже, ну, как бы не хочу тебе говорить, потому что, может быть, тебе это очень жирная подсказка будет. Я бы, наверное, понял, если бы сказал, на что она похожа. Блин, она... можешь дать какую-нибудь еще подсказку? Она просто похожа на тачку. Ну, типа, Opel, Peugeot, ну, там есть салоны у нас. Короче, она похожа... Блять, я не знаю, как тебе сказать. Для меня она похожа на Opel, все. На какой именно не буду говорить. Блин, а я вот это я хз. Стука. О! Rolls-Royce, есть салон. Да, блин, у меня на...
Ну, значит, назови что-нибудь, что вспомнишь. Только не смотри салоны. Ой, в смысле. Да я катаюсь здесь, по полям. Сука, давайте пока свою назову. Давай. А, короче, салонов нету. А, машина, ну... Блин, не знаю. Насколько старая? Ой, блин, ну это не старая, ты чё? Ну ладно, скажу тебе так, подсказку, 2 года ей. Прям люто тебе подсказку. Блин, есть... Может, тебе прям жирную подсказку дальше? Ты выиграл? В смысле я выиграл? Подожди ты. Есть буква L. В названии. Салонов нету. Вообще? Да. Но у нас я не видел. Эту машину ты видел. Ну, кое-как видел. В смысле? Живую? А, да. Даже я об этом знаю. Что в смысле ты видел? Ну, я знаю, что ты видел эту машину. Ну, это прям лютая сейчас тебе подсказка. Прям вообще не знаю, как ты не догадаешься, ты не угадаешь эту марку. Ну, допустим. Ну, я, кажется, понял. Ну, давай еще. Салонов нет? В Питере имеешь в виду или вообще? Вообще. Ну, типа, я не знаю, чтобы я в Питере не видел А я бы салона. Хотел? Нет. Думаю, нет. Нет? Да, я думаю, нет. Блядь, ты меня задачил. Макларен-то я хотел бы. Ну, не. Макларен-то я знаю, что ты хотел бы. Я сначала почему-то подумал про Lexus, но потом думаю, что, блядь, какой Lexus? Не, эта машина, типа, для дрифта такое себе, для драйва, ну, такая более... Ну, так сказать, гоночная тачечка такая. Выходного дня. С кайфом, короче, покататься, да? Ну, понаваливать даже больше. А привод какой-то? Ага. И у меня задний, вот тебе подсказка, кстати. Блин, а мне надо заходить в салон, я не знаю. А, не хотят, стоп. Машины. Блин, а я тогда увижу там это... Давай только не тянуть. Шевроле. Короче, на L название. Начинается? Ой, нет, буква L есть. Или ты сейчас спалился? Нет. Lotus, на котором я и катался, с дрейфтингом. Ну, не знаю, называй. Ты сейчас спалился или, блядь, или это просто так было опять? Блядь, ну как понять-то? Так чё, какой привод? А, я не знаю, если я зайду в машину и я открою свою, я, возможно, там найду какую-нибудь, типа, на О. Ну, да, поэтому я тут дрифчу. Ну, так она как, крутится, блядь, на месте? Ну, именно на которой я катаюсь, да, можно пятачки тут наворачивать. Ну, ты можешь зажать газ-тормоз на полном приводе, у тебя ничего не будет? Ща. Только чуть-чуть придавить, ты же умеешь гурнал будет. Здесь сразу в тормоз кидать, но крутится задний больше. Такое себе, короче. Блядь, ламба, ну хуй знает, какая ламба-то. Я видел, какая-то странная подсказка. Себе бы не хотел, ты бы, ну, не стал бы меня жестко так обманывать. Так, я видел при каких-то обстоятельствах эту тачку. И даже я знаю, что ты видел. Видал как? Чего, блядь? Видал как? Это недавно, типа, было? Ну как недавно, ты чё? Ну это связано с моей YouTube-деятельностью? Ой, не знаю. Ну заебал, блядь! Чего? Блин, ну Макларен я бы хотел, мне сейчас просто надо убрать. Да Макларен-то я знаю, что ты хотел бы. Lexus. Лотус, Макларен, Феррари, нет, Ламборгини. Ламборгини я знаю, что ты хочешь. Тогда остается. Да я уже знаю, Lexus, что ты даже заказал. Ой. И Лотус. Короче, пусть будет Лотус. Окей. Я не знаю. Салонов же нет, искал, да? Ну, наверное. В смысле, наверное? Ну, я не знаю, есть, нет. Как это? Ну, вот так кто? Ты сказал, нет их. Ну, пускай будет, нету. Блять. Да ладно, нет. Ну, наверное, вот это я точно не могу сказать. Ну, давай, ладно, чё там? Дай ещё подсказку по своей машине, у тебя О. Ну, О. Ну, буква О. Задний привод. Салонов не было никогда. Ну, называй что-нибудь, чё, мы не будем же тянуть время. О. Сука, дай подсказку. Да какую, я не знаю. Дай первую букву подскажи. Нет. Ну пожалуйста, дай еще одну букву какую-нибудь. Ну ты что, прикалываешься? Нет, не знаю. Ну пожалуйста. Нет. Можно с тебя гараж посмотреть? Нет. Ну там много машин. Нет, нет, точно нет. Нет, это я сразу пойму. Все, я уже понял, что ты не угадаешь. Давай так, называй что-нибудь.
Если ты сейчас назовешь неожиданно, это будет уже видно, что ты зашел. Нет, нет, у меня есть... Я катаюсь все это время. Ну, давай. Блин, а я... у меня есть просто на примете одна машина. Ну. Как этот... Как она там, сука, называется? Холден. Ну. Но я не знаю. Ну, называй что-нибудь уже, заебал. Давай я ничего не буду называть, я не знаю. Ну, назови что-нибудь. Я ничего не буду называть, давай. Ну, так не пойдет, нет, ты должен. Ты пэшься на меня, давай. Ты должен что-то, остановись, во-первых. Я стою. Назови что-нибудь. Да зачем? Ну, назови что-нибудь. Я ничего не буду называть, я не буду ничего называть. Нет, так не пойдет. Потому что... Ну, потому что, типа, назову Opel. Я знаю, что Opel салон есть. Кстати. Назови что-нибудь. Я не буду продолжать. Мазерати. Нет, с буквы О. Да сука. Давай, называй. Rolls-Royce. Уверен? Нет, я просто так назвал. Остановись тогда на тебя ТПшность. Rolls-Royce, а я сказал. Я что сказал? Lotus. Lotus. Где ты? Lotus? Да. А почему ты Холден-то в итоге? Ты подсмотрел, ты как-то очень странно это сказал. Ты сказал, типа, есть на примете, но потом понял, что типа это как... Я когда к Лотусу листал, я ты увидел, и да. Ты решил, что это не... Ну, бля, вот это красавчик. Это красавчик. Это красавчик. Ну, да. Это красавчик. Ну тут, блядь, подожди, хорошо, а рейтинг-то какой? А. Ну, у меня 870. 507. А? 507. И кто выиграл? 3-3. Крутим вилл спин до первой да тачки. Сука. Без интуиции, просто по рейтингу. Давай. Я понял. Такого тоже еще не было, ребят. Я не знаю, это достойно лайка. Это достойно лайка просто. Что происходит сегодня, я не знаю. Какая-то... Ну, вот реально, Максу респект за то, что он вот реально. Фух, чуть не выпало говно. Хотя, блин, может быть, и не говно. Крутишь? Да. Просто сразу достаем, вытаскиваем из широких штанин ее и показываем друг другу. Так, я на всякий случай. Хотя стык. Ну да, стык сделаю. Так, стык прошел, хотя тут, в принципе, ну, с победой. Мне выпало. Я тоже думаю. Ты как оценишь? Я сажусь с ней. Ну, нормально вроде бы. Ну, короче, блять, как бы я ни пытался, судьба, видимо, меня послала нахуй все равно. Сука, ну ты видел, как я чуть не спалился с буквы L? Ты помнишь это? Так ты все-таки спалился. А, ты все-таки спалился, да, получается. Я спалился вначале, блядь, точно, на туре. Я такой, типа, на L начинаю, такой, типа, а, нет. Так, а сколько рейтинг-то у меня? У меня... Ну я Давай, увидимся сначала, оценим. Да, я в нее сел. Ты в нее сел? Да. Ты где? А, я вот, ТП-шусь. Вот, все, я в ней. А я не вижу где? Тебя на карте что-то. А, я спереди тебя. Ой, сзади тебя. А, вижу. Так, ну, я думаю, что я въебал. Блин, ну и говно. Тачка NFS Underground просто. Ты, кстати, тоже. Прикинь, Underground второй. Да. Первый, второй. Вперед. Подожди, так, я бы сейчас охуел, честно говоря. Подожди, я понял. Чего по красным маздам, подожди, стоп. Я понял. Класс. Не, давай, подожди. Я думаю, что у тебя 635, что-нибудь такое. А я думаю, у тебя где-то, ну, тоже 629. Короче, называй пизду. 638. Сука, 605. Блядь. Сейчас бы две мазды выпало, лол. Это пиздец. А я тебе хотел сейчас только что про вариатор сказать, типа, что по вариатору? Это, почему по вариатору? В новых Маздах вариатор любят более-менее ставить. Че? Да, ты что, не знал? Лучше про ротор тогда уже сказал. Сколько у тебя здесь отсечка? 11 тысяч? 10? 9 с копейками, с половиной. Нормально. Короче, ребят, как бы я ни пытался, но общий счет получается у нас 3-1, да? Я правильно понимаю? Ебой, или нет? Да. Подожди, ну мне-то лучше, да, пускай будет так. Точно 3-1? Да, пускай так будет. Не, подожди, точно? Я просто уже настолько длинная серия, что я забыл. Я тоже, честно сказать, я не помню. Подожди, понедельник ты, вторник я, среда ты и четверг. Да, 3-1. Ребят, мне нужно как-то до конца недели будет камбэчить. Блин, ну сейчас бы Мазда 2 выпало. Ну видишь, одна модель, две одной марки выпали, но не модели, типа. Ну это просто пиздец какой-то. У меня хуй отпал. Ну в смысле, реально, смотри, у меня хуй висит. Где? В смысле, блядь, у меня номер висит, хуй. А, я блядь. Задел тебя, потому что. Блядь, у меня хуй висит, ну ладно. Все, ребят, спасибо огромное за просмотр. Нормально, по-моему, нормально, одна из лучших серий пока что на этой неделе. Надеюсь на ваши лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. И Бернал. Увидимся. А ты можешь? Еле-еле, видишь этот бернаут вообще? Да уж. Блядь, давай. О, пошла.
Все, ребят, увидимся уже завтра. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.